Тем временем Казахстан, как оказалось, находится на начальной стадии демографического старения. Об этом можно судить по статистике. Для стареющей нации характерен порог в 7%, а его уже перешагнули в половине регионов республики. Как сообщается в проекте национального плана «Активное долголетие», на северо-востоке страны и в части центрального Казахстана ситуация схожа со странами Европы. То есть происходит старение населения из-за быстрого увеличения численности пожилых людей. Обратная ситуация в южных и западных регионах, а также в столице. Там наблюдается увеличение рождаемости. Подтверждают этот факт и социологи, опрошенные телеканалом «Атамекен Бизнес». Ожидается, что население страны старше 65 лет к 2050 году составит порядка 14%. Причинами этого демографического явления является то, что, как и все население земного шара, в Казахстане тоже снижается прирост новых людей, снижение рождаемости. Снижение рождаемости ведет к старению населения. Увеличение доли взрослого населения, ну, с одной стороны, это показатель социально-экономических индикаторов, например, улучшение медицинского обслуживания, улучшение социального обеспечения и так далее.